Экономика северо-восточных районов Китая в этом году не внушает экспертам оптимизма. Госкомитет по делам развития и реформ намерен выдвинуть более 100 проектов на сумму свыше 1,5 триллиона юаней, чтобы активизировать экономическое развитие региона. Мы получили одобрение Госсовета на трехлетний план по оживлению традиционной промышленной базы северо-востока Китая. Он включает в себя 127 крупных проектов в разных областях, в их числе транспорт, логистика, энергетика, водоснабжение, промышленность, сельское хозяйство, строительство и многое другое. В первом полугодии экономический рост трех северо-восточных провинций – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин – составил соответственно 5,7%, 6,7% и -1%. Региональная экономика сталкивается с давлением депрессии, особенно в традиционных отраслях. Согласно результатам исследований Госкомитета по делам развития и реформ, рост промышленного производства в области высококачественного оборудования, робототехники и биофармацевтических препаратов сохраняется выше 10%. В то же время угольная, металлургическая, нефтехимическая отрасли показывают отрицательную динамику.